сама на чулене в охоту ходит. Хорошая жена будет. Желтая обезьяна. 20 лет ты моя жена. За все это время ты не сказала 10 слов. Ну что ты молчишь? Убирайся к дьяволу. Детей пришли. Смотрите, вот это ваш брат. Зовут его Фрэнк, я никогда еще вам о нем не рассказывал, смотрите. А живет он в Америке. Мэри, ты хочешь в Америку? А ты, Бен? Вон отсюда! Уйди вон отсюда! Мы охотники. Да, наша земля холодная. Но мы ее к сердцу приложим, согреем. И для нас она очень теплая, теплая. Это наша земля, Чарль. Мы ее любим. А ты уходи с нашей земли. Уходи, русский начальник. Ты обещал радость, а принес беду. Что случилось, Рендел? Идет голод. Ты уходи, русский начальник, уходи. Почему ты гонишь меня, Рендел? Я не гоню тебя. Но лучше уходи совсем. Сегодня большой торговый день будет. Я поймал двух лисиц. Я дрался с волком. А ты убил его? Да, я убил его. Ты сильный, храбрый охотник, а нет. Мне Чарли даст 2 ружья за лисиц. За каждую шкурку ружье. Мне ружье, тебе ружье. Тогда будет большая охота. У нас будет жир, мясо, шкурки. Я возьму тебя в свою ярангу, Дегрена. Я жду этот день, а я... Только Чарли не даст 2 ружья. Я тоже буду сердиться. Даст. Так сказал русский начальник. Какой русский начальник? Один большой, бородатый, другой без бороды. Они ездят по тундре. Богатых прогнали, вот такие, как мы, бедные охотники, сами стали начальниками жизни. Все люди равны. Белые, желтые, черные. Если ты дашь ружье, я возьму Тигрену в свою ярангу. На ружье у тебя не хватит хвостов. Отдай обратно моих лисиц. Кто научил тебя так торговать? Отдай моих лисиц! Он 6 дней лежал в снегу. Ты, если женщина, молчи. Русские танки приехали. Здравствуйте. Good morning. Моя фамилия Лось. Я представитель Камчатского революционного комитета. Томпсон, подданный из Соединенных Штатов. Очень приятно. 2 белых человека, 1 закон. Хороший закон. Только Омка не мой. Вельбот не мой. Ружье не мое. Вот Ленин, товарищи. Ленин. 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 Ленин? Ленин знает про нас. Ленин знает про всех бедных. Пойдем к комитету. Он все знает. Он друг американо Чарли. За Америку? Страну, благословенную небом. Америка! Чтобы упростить союз между Центральной Россией и окраинами, нужно ликвидировать это недоверие. Как будто для нас написал товарищ Сталин. Сказки утешают людей, у которых... горе. Я не боюсь бородатого начальника. Я сам начальник. Меня уездный начальник сделал начальником. А летят все равно, что американ, русский царь, подарил мне нож. Гори. Сожги ярангу Летета. И его гостей сожги. Пусть этот огонь горит в твоей яранге.
Чья? Я дочь Туакпая. Батагос? Вот ты какая. Где Оскар? Ты звенишь, как серебряный колокольчик на шее верблюжонка. Ты вся, как нежный верблюжонок. Зачем же твои глаза смотрят вслед улетевшему беркуту? Верблюжонок должен бежать за верблюдом. Верблюд поведет тебя на сочные пастбища и луга. Где Оскар? Оскар настигнет тебя. О, Дагос! Красивое имя. Эти глаза, глазищи. Они ждут ямщика? Да? Я завидую ямщику. Кто он тебе? Муж. Жених? Он у меня ямщик. А им, как всегда, плохо. Летом пыль, осенью дождь, зимой буран. Вот и сейчас он в степи. Ну, а я нравлюсь тебе? Нет. Ах, вот как. Так, я не нравлюсь тебе. Ах, ты степной бесенок, не нравишься? Нет. Не надо, Мерза, пожалуйста, не надо. Виноват. Не терзай себя напрасно, слышишь? Я люблю тебя. Его повесят. Нет, неправда. Господа, грядет новый 1913 год. Мен казакпын. Сондықтан казакша сөйлегенім болмаса, патшағзамға орысша қызмет етемін. Я казах и говорю по-казахски, но служу своему царю и отечеству по-русски. Хитрая шельма. Азиат. Алыстағы Петербург. Ты был в гостях у царя. Ты все можешь. Дай нам умереть на своей земле. Дай нам умереть на своей земле. У вас нет своей земли. Нет! Ее хозяин царь. Я слуга царя. Ты все можешь. Нет! Аллах выше царя. Я слуга царя. Он спросит с тебя, что ты ответишь ему, мусульманин? Нет! Что ты ответишь ему, мусульманин? Я слуга царя. Что ты ответишь ему, мусульманин? Анин. Что ему нужно от меня? Что ты ответишь ему? Смирить свою гордость, пожалеть себя, мать и весь твой несчастный род танатарцев. Что ты ответишь ему, мусульманин? Лучше смерть. Ленин! Скажи ему свое слово. Уйдите от меня, безумные старухи! Батагос! Вот бумага. Апа, не покидай меня. Вот кто принес нам несчастье. Твое упрямство погубило весь наш род. Спаси нас! Уйдите от меня! Твоя дочь скружила голову, едва и он обезумел от страсти и обрушил на нас свою ярость! Отдай ему девчонку! Спаси нас! Спаси Аллах, нас! Будь проклята, тварь! Безумные старухи! Батагос! Будь проклята твоя красота! Пусть хлебом твоим будут камни! Проклятье тебе! Проклятье! И ты оставил его в беде, Оскар. Теперь ты мне веришь? Верю. Бата, милая, дорогая, сейчас я позову Алёшу, он расскажет, как это надо сделать. А угадай, Алёшенька, кто её муж. Ни за что не угадаешь. Ну, что ты так смотришь, Бата? Оскар Досанов. Ах, попалась птичка с той, не уйдёшь из сети, не расстанемся с тобой. Не так, не так. Вы ученица сестры, и она не научила вас обращаться с фруктами. Нет. Не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что. Алёша, что ты делаешь? Подумай. Ты же русский офицер. Был.
был, а теперь я ничто. Нуль. Ну, будешь рассказывать, а? Врешь. Ты с ними. Солдаты, стойте! За кого вы кровь проливаете? Что ты теперь ответишь своему народу? Вот бумага. Теперь ты мне веришь? Верю. Бата. Таласып жатқандарым мен емес пе? Япырау шынында да бұл күміз. Әлде таластарым мен емес. Ендіші сол жібек менмін. Жібек жанау, мұна тұрған қырық жігіт түгіл, бір басыңа қырық құру ел таласса да көп емес. Бақ! Қамды сол! Мен сізден осы... Шағалбайының айыбы қандығыңға келе алмай қалғаны болса, оған да бір себеп бар шығар. Бірақ мәселе онда емес. Мен Ақжайықта жеті рет жекпе-жекке шығып, жеті басты қанжығамын байлап қайтқам. Сегізінші бастың кезегі Шағалбай сенікі. Өзгенің басына қызыққан өз басында ойлай жүргені жөн болар, деді Жамырза. Қазақтың батыры! Басына кеп саламын. Мен де қостым таңғанда. Төрелігін өзің айт, Қарлыбай. Қаршыға. Ял, дияр. Шақыр төрге. Бір Ақжайықтың жүрі болса, оны сел өз ақ жеткізер еді. Алып болан май жүргеніңіз болса, алар едіңіз.
жат қорлығынан құтқарсын. Өз зорлығымды орнатам десеңіз, бұл еді оған көмбей жүрер. Жібек жан, алып бол алмағаның бар шығар деп, бекер айтпаған боларсың. Қалауыңыз қарлығаштың қаны, не адамның жан емес шығар, беремдесі берер. Аларсың. Ат тізгінін тартып сасаңыз қайтер. Жерім бұл емес екенінде білемін. Айтпасқа амалым жоқ. Таласымыз жалғыз сенсің. Дүрештесің бол. Өзгеге мен тоқтай алмаймын. Мен көндім. Онда көшті тоқтатпайық жігіттер. Ойын сауық үзілмесін. Төрешілерің мен болсам. Байлаңдар көзімді. Дайын дедіңізді? Әрине, өліп өшіп жеткенде кермегім қуышақ болса, онда кет, үйшік-үйшік өнек. Тек шешесі болуға жараса. Аптықтамыз. Атасын. Әкем мені сенің еліңмен достасуға жіберген жоқ. Мен бейбақтың арманы жауластыру емес, елдестіру. Жасағымды жолдан қайтарып жібердім. Кездестік. Асу жоқ Асқарға кездестік. Осы сынға шыдай алармысың дейсің ғой. Жібекжан, олай деп айта алмаймын. Гынақ боза, ер тоқымсыз боз көрді. Ел жайлаған ақ жайық, жағалай біткен бидайық, алдымда жанған шырағым. Төлегеннің кел алмайтын үшін болғаныма сонда? Енді шайдады, қайда! Қайда сен қайда! Енді шешіміріңдер дізгімді! Аяларым қатсады! Ау, жігіттер! Жалғыз келген күйелді шөшіндірсең олан жоқ! Қаралыға бар, әкелген жоқсың ба? Өлгені төлегенің рас болса, Құдайым қыз жүректі неге алмайды?